И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival. Короче, жабка — это хорошо. Но у нее очень маленький урон. Об этом я что-то не подумал. То есть по всем параметрам жабка прям подходила прям идеально. Но я сейчас что-то бегал и... Ну, то есть там тех побью. И урона-то практически нету. Если сравнить с тем же самым волком, он... Да, он там, конечно, раскачан, все дела, это, конечно, клево, но у него дамаг больше пятихатки в соло. Без стаи, без уз, у него дамаг около пятихатки. Сейчас кого-нибудь найду, блин. Вот когда нужен, никого нет. Ты хороший, добрый, не хочу, а вот это можно. Вот. И как бы... 71? Я бы не назвал это уроном. Даже тот, который урон по области, он бьет 119. Ну, то есть тоже как бы... О, как раз. То есть... Вот, пожалуйста, их уже двое, да, допустим, разного пола, и уже дамаг вообще ни о чем. Ну, поэтому я решил все-таки нужно взять царка. Попробовать притомить царка, желательно такого же левла, и уже посмотреть, что да как да где с ним. И уже занырнуть тогда в пещеру. Да, поэтому сейчас сгоняем за царком, а потом уже будем думать, что, как, да где. Значит, можно так сделать. Разделить, все. Много тухлях не бывает. А лишним точно уж не будет. Вот такие вот дела. Так что снаряжаемся и в путь на рассвете. Так сказать, лучше. Соточка, блин. Соточка. Это же почти то, что надо. Блин, конечно, нужен 108 желательно найти, но соточка, блин. Если что, бы вы видели, соточка сарказух есть. Сарказух? А, соточка сарказух. Мне же не показалось, ровно соточка. Соточка. Жаль, вдруг показалось, что 108. Сейчас к зеленому, короче, белиску сгоняем, там порешалимся. Хотя вроде бы они не только там, еще около зимки вроде бы есть, но это не точно. Надо по базе посмотреть, где они вообще хоть спавнятся. Да уж, около зеленого обелиска. Где-то 3 или 4 16 левела и 1.72 левела. Около синего там вообще беда полная, и ну там чуть ниже синего там только 6 левела и 1. Походу дело 100 левел — это единственный, который хоть какой-то адекватный левел. Единственное, что сейчас еще попробую вот здесь вот вниз по течению проплыть, как я диплокаулоса искал. Точнее, прилететь и поискать. Может, найду. Но сомневаюсь, что лучше, чем тот сотый левел, будет еще где-то кто-то. Да уж. Ну, что я могу сказать? Ну, короче, на все это дело, думаю, если даже найду кого-то лучше, то ну и фиг с ним. Но больше вопрос, как тебя оглушать. В общем, дралась она тут с пахиринозавром. И поэтому немножко оглушение есть. Но блин, что делать? Поднять на лапах я не могу. Вот, и такая вот беда вешна. Блин. Ладно, сейчас будем думать, что делать. Поднять только кицаль может. Ну, кицаль там, вот и все вот эти вот жиробасные там верны. Что делать? По идее, можно что-нибудь построить. И в нем сидеть оглушать. Сейчас подумаем. Так. С камня я свалился. Слазя с этого седла. С камня я свалился. Но. Я подумал. А почему бы и нет? Бегаю я быстро. Если что, сдрапну. Наверное. Агрится пока что на Аргента.
что для меня пока что плюс. Главное, чтобы никого другого здесь не было. Да твою мать, ненавижу эту траву. Еще темень сраная. Вот, так лучше. Пускай вырви глаз, но зато так лучше. Еще эти насекомые, мать их за ногу. Да, попади в муху. Оп, тихо. Опчики, в глазик. Шел нафиг. Оп. Хорош! Ты чё дурная творишь? Ты ж тут не залазила! Она тут не залазила! Да твою мать, я попаду или нет, косоглазый дебил! Ты спать уже ляж! Наконец-то! У меня даже баранины нет, я тут вспомнил. Это что-то с чем-то, это что-то. Это ужасно! Нифига себе, как все пошло не по плану. Еще тут, вот я вам так скажу, здесь 20 FPS. Но! По ощущениям, там сраном болоте далеко не 20. Да и бог 15 или 10 будет. То есть лагает, что просто жуть. Ну, даже не лагает, а фризит. Даже не фризит, а туго идет. И это очень плохо. Ну и будем надеяться, что сейчас никто не нападет. Сейчас немножечко надо подрасчистить эту территорию от листвы сраной. И я надеюсь, что все пойдет по плану. Хотя бы сейчас. В целом, сейчас я почему сразу же не лечу за баранинкой, ну, разницы никакой нет, что я сейчас сразу пролечу за бараниной, что чуть попозже. Но защищать нужно. И для этого у меня есть все оружие. Я надеюсь, что я не попал, когда оглушалось. А чтобы вернуться на базу, у меня есть вот эта штучка. Домой. За бараниной. Ну вот что же ты за собака-то такая, а? 40-й левел. Блин. Смотрю, Фьёмка бежит. Думаю, дай гляну. А там Сарка. Да, гонял до дома. По-быстренькому. Но мне страшно. Да безумие страшно. Так, Фьёмка, иди отсюда нафиг. А то сейчас на запах придут. А, нет, это вон та Фьёмка. Так, ей нужно... Ой-ой-ой, не то. Не то. Вот это. Ну, ёп. Во, все. Ладно, ждем, посмотрим, что из этого выйдет. Блин, нифига себе эффективность приручения. Это что, из баранины так? Или я все-таки в оглушенное гасанул? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, беда-то какая. И для пробуждения далеко. Ладно, фиг с ним. Тут еще раптор где-то бегает. И самое что плохое... Это одна кормежка. 47% это одна кормежка. То есть три кормежки будет. Вообще прям жопа полная. И вот он, Сарка носится, Сарочка носится, Сарка носится, мать твою, за ногу носится. Да? Принимаем оборону. Куда деваться? Да, Кицалем бы перетащить было бы легче. Да, прошла вторая кормежка, и это я все-таки поспящий гасанул. Хотя какого фига, как я мог гасануть? Она же еще двигалась. Вроде бы. Ну ладно, в любом случае. Ну что я потерял?
8 левелов. Не так уж много. Там Карна, кстати, завалил. Ай, блин. Да главное, чтобы никто сейчас сюда не подошел, и я не потерял больше. Да. Отлично. О. Ну, 141 не 149, конечно, но что поделаешь? Убираем. Так, и до базы. Аргентавис уже там ждет. Такс. Вернулся обратно. Во-первых, здесь бегает Стега. Так, Стега. А во-вторых, недалеко здесь этот... недалеко этот заметка. Так. Это обычный Стег. Ну, кстати, урон-то проверить и на тебе можно. 117. Без прокачки урона. И с левелом меньше. Вот в этом-то и... разница. А, ну да, здесь в целом базовый урон лучше. И прокачивается лучше, быстрее. То есть вот уже, и уже, и уже, и уже. И уже прям все быстро-быстро прям прокачивается. Но я тут так Стега вообще-то искал. А, вон он где. И на заметочку. Да, 187 уже. Ух ты, чичка, очень. Первый раз Стега по мне так в этом воткнул. О, кстати, заметочка. Ну, все было в одном месте, и это здорово. Здоровье, конечно же, здоровье. Не сильно. Вес вообще нет смысла. Блин, нифига себе, как скорость вообще плохо качается. Выносливость. Этого точно хватит. И урон. Да уж. Да уж, что еще сказать. Да уж. Ладно, сейчас еще одну заметочку и пойдем в пещеру. В общем, не знаю, как это получается. Да, прокачал еще урон. И не знаю, сколько урона конкретно, но вот этим ударом наносит просто дофигелярд урона. Только вот, да, это вот обычный урон, а вот этим круговым он наносит прям очень много урона. Только вот, отступиться бы к тебе, собака. Чьи-то рапторы вот прям очень сильно не вовремя. И в чем проблема этого урона? Он не отображается. Да и мать твою за ногу. То есть этот урон, вот он. То есть я его нанес, он нигде не отобразился. Сколько я нанес? Зачем я столько нанес? То есть он наносит намного больше, но он не отображается. Вот где ж вы были, насекомые, когда я на лягушке-то бегал? Скоты. Оп, это у меня. В общем, жесткий Сарка в этом плане. Хотя бы из-за того, что прокачивается урон и прокачивается... то есть он прокачивается сильнее. Ты что еще, плаваешь настолько сильно? Блин, по цифркам ты плаваешь не так уж и сильнее. Точнее, не так уж и быстрее. Хм, интересно даже. И все-таки сложно сказать, кто лучше, Сарка или же лягушка. Почему? Потому что как боевая единица, да, Сарка лучше. Как для домашнего. То есть для каких-то вот таких вот дел лягушка будет лучше. Сейчас бы еще вспомнить, где эта пещера находится. Вообще было бы класс. Помнишь, что где-то вот в этом районе? Не помню где. О, братва. Это вы, короче, зря.
Пошла жара. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да. Надо было похилять все-таки тебя. Класс. Что-то мне подсказывает, я не в том месте ищу пещеру. Ой-ой-ой. Или все-таки в том? Да уж. Просто сейчас нужно будет уйти по делам. И не получится сейчас пещерку посетить. Подожди-ка, с этой стороны же жесткая пещера. И где-то с другой стороны жесткая пещера. Черт, что-то забыл. Но в любом случае, я точно могу сказать, что для начала нужно будет все-таки его отхилять. А не просто так наобум, куда-то что-то где-то. В смысле? О, я явно не в том месте. Здесь пещеры точно нету. Ах ты ж, блин, вот это я даю. А где? В том районе, что ли, где-то? Да, вот так, короче, нахрапом точно не взять. И нужно к этому подготовиться по-нормальному. Но это очень жесткая боевая единица. Все-таки как ни крути. И в плане что-то где-то добыть, что-то где-то как-то завалить. Очень даже неплохо. Все-таки подводник, скажем так, как путешествие по пещерам. Да ладно, я нашел. Офигеть. Пару раз всего лишь в этой пещере был, и я нашел. Отлично. Где? Да, вот телепорт. Здесь ближе можно поставить? О, ближе можно поставить. Ой, здесь можно поставить. А, подожди-ка, там уже дальше может быть пещера, и лучше сюда поставить. Вот так. Так. Никого в округе нету? Ни в кого в округе нету. Переименовать. Вход. Щада. Класс. Вход. Ная. Пещера. А, ладно. Просто будет подводная пещера. А другая будет подводная пещера 2. А то я сам в них буду путаться. Блин, а сложно что качать? А давай урон. Почему бы нет? В общем, нужно вот так вот сидеть, отхиливать его. И это ужасно. Долго. Ну, в общем, как я и сказал, по делам нужно. Поэтому не получится сегодня. Но в следующий раз посетим, я думаю, две пещеры. Две подводные пещеры. Чтобы уже наверстывать упущенное по этим пещерам. Воу-воу-воу-воу-воу. Пушку-то убери. Все. Ну вот на этом мы точно будем с вами прощаться. Хотел сделать одно, не получилось. Но зато сарка притомили. И хорошего левела. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.